Приветствую вас, участников 34-го сезона конкурса Golden Time. Сегодня мы будем оценивать те картины, которые я выбрал. Давайте перейдем сразу же к картину «Матвеюк Ольга». Мне эта картина очень понравилась, потому что с первого же взгляда самые добрые, самые счастливые эмоции появляются. Смотрите, цветовая гамма очень правильно выбрана, со своей перспективой, гиперреализм, право, Ольга. Это такое тяжелое время еще рисовать такие светлые картины, это уже очень хорошо, значит, просвет в нашей жизни будет. Переходим на вторую картину, Галина Шумилова. Мне сама идея понравилась, но техника тоже очень хорошо профессиональная. Идея хорошая, многозначная. Все могут по-своему эту картину понимать. Но, Галина, вы молодец. Высокий балл от меня. И третья, последняя работа, Титомир Татьяна. Тема сегодняшнего дня нашего, проблема нашего государства и выполнение великолепное, взгляд у девочек интересный, многозначный. Ну, Татьяна, тоже высокий балл от меня на все, на исполнение, на тематику, восхищение от меня. Высокий балл вам. Спасибо. Это было краткое содержание, то, что я выбрал. Ребята, рисуйте, много рисуйте, выражайте себя. Чистого и голубого неба нам всем.